Oh yeah, Mr. Krabs! Здарова всем, с вами снова Рис, и это должен быть типа праздничного ролика, но из-за того, что я дурак, я, как всегда, ничего не смогла сделать. Извините меня. Но нашему каналу уже как бы год. Спасибо, что вы до сих пор со мной целый год, и мы за год набрали 164 подписчика, ей! Ну, может, на этот момент меньше или больше, я точно не знаю, когда я... У нас, как бы, 6 мая должно быть день рождения нашему каналу целый год, да. Но из-за того, что я проспала этот момент и как бы не заметила то, что нашему каналу уже как бы год, я делаю его на 2 месяца позже. Я болел. Но все равно спасибо, я хотела сделать по поводу этого, не знаю, какой-то праздничный стрим с вами, пообщаться, порубиться в какие-нибудь игры, порисовать какую-нибудь хрень, короче, как обычно, да, в чем мы делаем на стримах. Если вы хотите, чтобы у меня был стрим по поводу целого года, о господи, и 2 месяца, то пишите, если под этим роликом наберется хотя бы 5 комментариев, то я как бы сразу такая типа налог и делаю стрим в удобный для меня момент. Так что, да. И, кстати, я слегка поменяла лоску, но эта лоска будет типа для стримов, ну, точнее, я не поменяла лоску, просто у меня одежда поменялась слегка. Просто рисовать клетчатую рубашку всегда мне как-то сложно, это усложняет анимацию, это усложняет все, и анимация потому выходит очень-очень скоро. Тем более, в последнее время мне как бы вдохновение покинуло рисовать анимации, потому я выпускаю только рисовашку. Не волнуйся, анимация вернуться на канал сразу же, прям пипец как сразу, как появится мне вдохновение после того, как я выкопаю бабушку на полку. Да. Еще есть момент такой, то что я прихожу в 9 класс, в принципе, и видео может быть в 9 классе как-то прекратятся. Потому что, сука, 9 класс, надо закончить хоть как-нибудь. Ну ладно, спасибо за просмотр. С вами была, как всегда, Лиз. И я люблю вас. Удачи!